Здравствуйте! Сегодня я приготовлю форшмак из сельди. Нарежу мелкими кубиками половину средней луковицы. К луку добавлю столовую ложку уксуса, чайную ложку сахара, 50 мл теплой воды. Все хорошо смешаю и оставлю на 20 минут, чтобы промариновалось. Сельдь очищу от кожи. Отрежу голову и хвост и отложу в сторону. Удалю внутренности и кости. Половину сельди нарежу мелкими кубиками. В емкость для блендера сложу нарезанные яйца, нарезанную небольшими кусочками вторую половину селедки и отжатый от маринада лук. К селедочной массе добавлю 70 грамм сливочного масла комнатной температуры и все хорошо смешаю. Голову сельди очищу от жабер и остатков туловища. На блюдо выложу селедочную массу, формируя рыбу. Дольками лимона выложу верхний плавник. Вокруг обсыплю зеленым луком. Украшу ломтиками яиц, оливками и зеленью. Прекрасная закуска для повседневного и праздничного стола. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами была я, Ирина Подолян, на канале «Приятного аппетита». Увидимся!